этой жизни зло бывает двух видов, офицер Сарчи. Вторичное зло, которое совершает человек. И исконное зло. Нечто совершенно иное. Я видел кошмарные вещи. Такие, что не поддаются разумному объяснению. Но вы не видели истинное зло. По мотивам истории сержанта полиции Нью-Йорка Ральфа Сарчи. Привет, папуль, я ложусь спать, но сначала я тебе скажу, что я тебя люблю и скучаю. Поцелуй папу, аккуратнее там. В июле этого года. От режиссера фильмов «Синистер». Мама. И шесть демонов Эмили Роуз. Она слышала, как кто-то скребется под полом в ее комнате. Скребется? Избави нас от лукавого. 2 июля. Папа? Спасибо, что забрал меня. Я соскучилась. Сожалею насчет парня. Это была комната твоей мамы. Тебе придется остаться здесь. Вторая спальня наверху. Туда тебе не забраться. Привет, Джезабель. Мам. Если ты это смотришь, значит, меня больше нет. Я должна рассказать тебе о картах. Они говорят, что в этом доме присутствует нечто. Я вижу ужасную смерть. Мне нужно с кем-то поговорить, я схожу с ума. Расскажи, что случилось? Мне кажется, там кто-то есть. О, Господи, это дата моего рождения. Думаешь, там под плитой что-то есть? Как кто-то может с тобой говорить? Духи требуют жертвы. Джесси, я просил твою маму не делать этого. Но папа, это мама! Женщина на пленке. Это не твоя мать. Кто ты? Кто здесь? Что тебе нужно? Кто? Твое первое воспоминание. Огонь.
Как тебя зовут? Кристен. С прибытием в палату. Это твой новый дом. Почему я здесь? Они все равно тебе ничего не расскажут. Иногда они просто уводят людей, и те больше не возвращаются. На твоем месте, новенькая, я была бы на страже. Фильм Джона Карпентера. Здесь завелось привидение. Вы верите в то, что по вашим словам видели? Я не сумасшедшая. Режиссера картины «Хэллоуин». Ей последней удалось отсюда выбраться. Она была одной из нас, но ее больше нет. И теперь она нас всех убьет. В этом году тебе придется иметь с ними дело. Надо выбираться отсюда. Нет! Дайте ужас. Смирительной рубашкой ее. Нет! Созданной рукой мастера. Нет! Не так уж все страшно. Фильм Джона Карпентера «Палата». Скоро на экранах. Через пару дней здесь будет все как дома. Привет. А вы, должно быть, Энджела? Идемте, познакомлю вас с Эдрианом. Привет, Эдриан. Как дела? Вы видите, что мой сын не такой, как все. Эдриан перестал разговаривать 2 года назад, после того, как скончался его отец. Они не знают, что творилось в этом доме? Мать, отец, 2 детей исчезли. Были найдены животные, убитые во время особого ритуала. Вы хотите сказать, принесены в жертву? Кто здесь? Эдриан, открой. Ты все время прятался здесь? Но если ты здесь, то... Пожалуйста, беги! Кто бы ни обитал в этом доме, убей его! Тост? Да, тост. Милый, я так рада отмечать твой день рождения вместе. Ты самый умный, у меня есть для тебя сюрприз. Что ты мне подарила? Посмотри. Клаустрофобия? Интеллектуальный квест. Ты заперт в комнате и должен разгадать несколько загадок. Сложить пазл, чтобы выйти, а времени у тебя всего час. А что, если не уложиться в срок? Мы заперты. Навсегда. Кто знает, сколько мы уже едем? Давайте спросим водителя. Может, нас отсюда не выпустят? Мы на месте. Это здесь. Мило. Так, это очень странно. С ума сойти. Андерсон? Тайлер? Кристин с тобой? Нет, я один. Тут карточка. Ищите часы, только с минутной стрелкой. Где ключ? Мы же решили загадку, почему дверь закрылась. Должно быть что-то, что нам поможет перейти на следующий уровень. Это же головоломка. Стойте, что-то не так. Это что, Кристин? Господи! А вдруг это не игра? Может, мы здесь не случайно, и каждый из нас ключ, часть пазла. И если не сложить пазл... Квест начинает играть против тебя. Я что-то нащупала. Все по-настоящему. Надо выбираться отсюда. Чем нас меньше, тем сложнее выиграть. Ищите подсказки. Вдруг дверь нельзя открыть. О, Господи! Быстрее!
что делать? Решим загадку и свалим! Все! Простите! Простите! Зачем ты нас сюда притащила? Убийца! Нет! Мы здесь умрем! Заткнись! Пазл должен сложиться любой ценой. Это все часть игры? Режиссер фильма «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо представляет. Виктория и Лили были найдены в шокирующих условиях. Их родители ушли. Они жили в дикой природе на протяжении 5 лет. Привет, Виктория. То, что они выжили, невероятно. Я брат твоего отца. Помнишь меня, дядя Люк? Окруженные родительской любовью, Виктория и Лили определенно имеют шансы на нормальную жизнь. Ты в этом уверена? Нет. Привет, девочки. Мама, меня зовут Аннабель. Можете так называть или иначе, как захотите. Мама, нет способа, чтобы подготовить их к этому. И нет способа, чтобы подготовить к этому меня. Что вас насторожило? То, что они рисуют на стенах. И что это значит? Мама! Все наладится. Я обещаю. Нравится? В следующем году. Расскажи, пожалуйста, про маму. Нет. В чем дело? Я не хочу, чтобы ты пострадала. Со мной все будет хорошо. Ты не можешь этого сделать. По-моему, у них бывают гости. Виктория, там, под кроватью. Призрак. Бесформенная эмоциональная субстанция, обреченная возвращаться снова и снова, раз за разом. Джессика Честейн, где она сейчас? В этом доме? Мама, прекрати, ты же обещала! Кто твоя мама, Виктория? Мама! Мама! Материнская любовь на века. Скоро. Раз, два, три, дубль один, начали. История о больных Альцгеймером редко затрагивает кого-то одного. Мой научный руководитель сбилась. Заново. Если хочешь сохранить дом, нужно жертвовать. Хочешь поговорить со мной о жертвенности? Привет. Привет. Мам! Они хотят сделать фильм обо мне. Да, да, точно. Мы будем жить здесь и фиксировать физическую и умственную деградацию пациентки в течение 2-го курса. Целый месяц. Мы ведь повеселимся, верно? Да. Тогда хорошо. Я не желаю, чтобы меня эксплуатировали. Сара упоминала, что Депп может ходить во сне. Поэтому мы установим тут несколько камер. Мам! Депп! О, боже, сюда, сюда! Черт! Депп, ты напугала нас до смерти, когда возилась в саду этой ночью. Это необычное хождение во сне. Ты должен увидеть это. Мне это не нравится, док. Помнишь парня по имени Генри Дежартен, который пропал 30 лет назад? Знаешь, я пыталась помыть тебя в реке. Я приду за тобой. Она сумасшедшая! Понятие «духовный паразит» действительно существует. Убей меня. Существует научная теория, что паранормальные явления – плод человеческого разума. И призраки существуют лишь потому, что мы верим в них.
Группа исследователей собралась доказать эту теорию и создать сверхъестественное существо с помощью разума. Если у нас получится, мы докажем, что все сверхъестественное существует, когда люди в него верят. Эксперимент прошел успешно. Где фонарик? Что это было? Что это, черт возьми? Включите свет! Что с ней произошло? Мы открыли дверь, и теперь она здесь. Что ему нужно от нас? Оно как вирус. Оно знает, что тебе страшно. Оно переходит от одного человека к другому. Оно хочет быть в нашем мире. Ему нужны мы. Убирайся из моего дома! Стоит поверить, что оно существует, и ты умрешь. За 10 лет до того, как я стала владелицей этого дома, здесь произошла ужасная резня. Нет, не надо! Пожалуйста! Муж и жена погибли. В вашем доме? Если быть точным, в коридоре. И потом коридор исчез. То есть за последние 50 лет кто-то скупил почти все дома? В которых произошла какая-нибудь трагедия. Кому надо покупать дом, чтобы целиком вырезать из него место преступления? Я нашел это в документах о продаже. Джебедая Кроун. На этот раз мы подошли слишком близко. Господи, вы меня напугали. Я была его жертвой. После вас, моя дорогая. Возможно, вы знаете человека, которого я ищу. Джебедая Кроун. Вы заблудились, дети мои! Не делайте этого! Погубив свою душу, инвалид смог встать на ноги и пойти. О, Господи! Джебедая Кроун побывал в аду и принес оттуда свои секреты. Джулия! Ты понятия не имеешь, что за кошмар творится в этом городе! Он строит ад на земле. Пожалуйста, просто скажите мне, что это за дом! Пройди коридорами ада, чтобы открыть самую страшную тайну. Ты готова бросить вызов тому аду, что я построил? Абатуар. Лабиринт страха. Кино с 24 ноября. Народ! Есть тут кто? Кто-нибудь? Будете носом клевать, мы вас выставим. Простите. Вчера снова видел кошмар. Я не отличаю сон от реальности.
Может, есть еще кто-то, с кем такое происходит? Каждый раз в моих снах приходит этот мужчина. Это ведь его след. Фредди. Господи, я тоже его видела. Кто? Вы такой? Помнишь меня? От продюсера Майкла Бэя. Ты, я, Дин, Джесси, Крис. В наших снах поселилось зло. Надо бороться. Но как? Не спать любой ценой. Я уже 3 дня не сплю. Время на исходе. Через 70 часов начинаешь засыпать непроизвольно. Ты спишь, сам того не желая. Даже наяву. 30 апреля. О, Господи. Нет. Здесь только я. Начнется... новый кошмар. Когда это прекратится? Чего он от нас хочет? Ну чего ты орешь? Я тебя еще пальцем не трону. Я хочу проснуться! Кошмар на улице Вязов. Сейчас сделаю укольчик, и ты сразу заснешь. Нет, нет, нет! Совсем не больно. Нет! Никогда не спите.